Привет всем любителям The Sims 3. С вами я, Алексей. И мы продолжаем обозревать базовую версию игры The Sims 3. Так, и эта серия у нас будет посвящена продолжению отношений. Да? То есть мы будем продолжать улучшать отношения с нашей самой близкой соседкой, подругой Норой. Вот. И тут вне записи я тут поискал, где она есть, а она вот здесь, в парке. И вы не поверите. Она торговец едой. Да, почему-то так получается, когда я заселяю своего персонажа, да, созданного мной персонажа, в игру, он автоматически становится торговцем едой на летнем фестивале. Вот. Да. И между прочим, сейчас у нас лето, и оно уже подходит к концу в игре. Да? 2 дня до времени года осень. Поэтому это вам от меня, так сказать, отсылочка к тому, что если хотите времена года увидеть в игре, то жду пожелания в комментариях под видео. Да, и лайки не забывайте ставить. А сейчас наш персонаж отправляется вот сюда. А, да, будь здорова, Нора. Да. А вы, кстати, тоже, дорогие мои подписчики, не болейте. Болеть очень, неприятно, особенно летом. Да. Да, он посетил парк, конечно. Но мы пока к ней не можем подойти, потому что она работает. И на нас она отвлекаться не будет. Поэтому мы тихонько подождем, пока завершится это. Этот фестиваль. А пока ждем. Мы сейчас запустим фейерверк, ребятки. Ой, он уже его поджег. Да-да-да, отбегает в сторону. И вот вам фейерверк. В игре The Sims 3. Опля! Смотрим, смотрим. Бабах! Радуга! Круто! Вот такой вот фейерверк получился. Ну и, конечно, билетики у нас прибавляются. Между прочим, уже 10 билетов у него выигрышных. А что у нас тут еще есть? Какие цветочки? Азалия. Ну, азалия, она дешевая. А есть ли тут космея? Цветок космея самый дорогой. На нем можно так нехило подзаработать. На этом цветочке. Нету, да? Он такой красный-красный. Но в этот раз я его что-то не вижу. Да. Ну что, где наша там подруга? Иди пока сюда, подойди сюда. Типа, привет, а вот и я. Ты меня не ждала. А я здесь. Так, мы пока подзаработали на этом. Ждем. Сейчас в 9 часов закончится. Оп, оп, все, закончилось. Она сейчас отойдет от этого лотка. Он уже не работает. Ну, давай мы его приветствуем. Ну, или просто поболтаем, узнаем, как прошел день, допустим. Иди сюда. Вот. Мы сейчас с тобой поговорим о том о сём.
Вот, ну, в общем, таким вот образом сначала дружеские отношения, да, ну, можно смешные, допустим, смешно, ну, рассказать забавную историю, давай расскажем забавную историю. Так, что еще есть смешно? Нет. Показать видео с котиками из интернета. Ну-ка, понравится или нет? Ой. Ага. Вот. Вот это действие к нам пришло из университета. Ой. Да-да-да, она в умилении. Так, что бы еще такого ей тут? Болтать никак. Так, стой. Что она хочет? Выслушать. А что, болтать никак? Действие поболтать нету, да? Ну, ладно. Хорошо. Вот подруга, да? Нет. На свидание мы ее звать не будем, потому что уже поздно, во-первых. Если звать на свидание, то с ней надо куда-то идти. Там, в ресторан или в кино, а они так допоздна не работают здесь, к сожалению. Ну, спроси о карьере ее. Просто подними. Ну, она, конечно же, местный торговец, да. Торговец едой. Ой. Так. Ну, давай поговорим о семье. Типа, я один, у меня только собака. Кстати, что там наша собака делает? Охраняет предмет. Хорошо. Смотрите. Дружелюбно. Давай мы сейчас пригласим ее к себе. Допустим, пошли ко мне. Тут рядышком. Пойдем. Так. Вот она бежит за нами. Да. Вот этот баг от разработчиков. Здрасте, как говорится. Я бы вот здесь, на этом склоне, значит, если бы это был мой городок, да? Я бы здесь убрал вот эту вот возможность здесь подниматься. Симом. Потому что это выглядит, ну, совершенно неестественно. Как по такому крутому склону можно подняться? Не знаю, я бы... Нет, я не думаю, что... Такая была бы возможность в реале. Ну, да ладно. Такс. Дамы вперед. Правильно. Давай. Теперь ты заходи. Заходи. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Смотрите, какое тут панно интересное есть. Тарелочки, да? Вроде как сувенирные тарелочки с котиками. Симпатичные киски. А вот еще часы вот такие, в форме кошачьей головы. Смотрите действия. Они тикают. Глаза и стрелки ходят. То есть они отсчитывают реальное игровое время. Смотрите, теперь что мы сделаем. Когда избранница или избранник находится на вашем участке, то
мы можем сделать вот такое действие. Хочешь переночевать, допустим, да? Либо же романтично. Хочешь остаться на ночь? В романтичных действиях она находится. Хочешь остаться на ночь? А ты не гавка, иди давай, занимайся своим делом. Кстати, я уже говорил. Вот так вот он меня за ручку взял и на ушко прошептал. И она ему ответила: спасибо за приглашение, будет здорово провести ночь у вас дома. Так. Алексей Ридл и Нора Мишель впервые остаются ночевать в одном доме. Он запомнит, как долго они не ложились спать и весело болтали до поздней ночи. Так. Ну хорошо. Думаю, надо пригласить ее за стол. Подай ужин. Осенний салат твой любимый, давай. Это все замечательно, но надо приготовить покушать. Да, я отвлекся. Я говорил, что животные у меня сами по себе, как правило. Ты куда пошла? Куда ты пошла? Куда она пошла? Ой, она пошла играть с этим горохометом. Вот, кстати, интересный объект. Поскольку вот у меня все дополнение установлено, да, в том числе и сверхъестественное. Как это понять? А вот, по Луне. Вот, значок Луны. Тут появляются зомби, да. То есть на жилом участке, на котором живет ваш Сим, просто из-под земли появляются зомби. Ну, не очень много. Один, два, ну максимум три за ночь. И мне не нравится то, что они стоят, рычат. Это раздражает, поэтому я вот просто взял вот из сторожских предметов, да, из сторожских объектов. И скачал себе вот такой вот горохомет. Ну, он, понятное дело, что из игры с какой-то, я не помню. План зомби, что ли, или как-то так вот называется. Но полностью на английском. Так, ладно, ну мы сейчас приготовим ужин. Все, почти готово. Блин, хорошо бы ему кепку снять. Ну. Эй, а даму пригласить? Гостей за стол пригласи, пожалуйста. Плохое. Эй, представляете, мы выбросили тарелку. Ну, как еще по-другому от плохого запаха было избавиться? Никак. Ну вот, мы пригласили, так сказать, даму сердца нашего персонажа к нему домой. Ну вот, он же поел, надеюсь, ей понравится тоже. Убери давай за собой тарелочку, давай. Сразу убери. Ну вот, молодец. Надо бы ему... не знаю, посудомоечную машину надо бы ему поставить. Да. В принципе, позволяют ему финансы. Так. Ну что? А ну спать негде, да? Да, беда, печаль. Ну ладно. Раз дамочка осталась у нас ночевать, тогда делать нечего. Придется взять какую-то кровать для нее поставить. В принципе, она могла бы на диванчике подремать, но это неправильно, правда? Ой, пусть уж она у нас спит здесь. В нормальной кровати. Сейчас мы
такую вот. Ну, вот такая пускай будет голубая. Вот здесь поставим. Думаю, она не будет против поспать на этой кровати, поскольку они... Так, псина. Да ё-моё. Воспитывать, ругать за то, что ты любишь приключения, запрыгнуть наверх. У тебя есть своя койка. Свое место, поэтому давай, нечего на постели спать. Вот. Сейчас посмотрим, куда она ляжет спать. И нужно воспользоваться туалетом. Ну уже, ну уже. Что-то с собакой хочешь, да? Ой, ну да, она же любит питомцев, она любит животных. Да, конечно. Наверняка она очень хочет к нам переехать, потому что у нас такой шикарный дом. Угу. Я уже говорил, как можно отследить гостей. А вот так. Куда ты опять пошла? Опять с этим горохометом пошла играть. Господи, вот чем мне не нравится, они отвлекаются вот на этот горохомет постоянно. Ну, что поделаешь. Так, ты можешь ее позвать сюда? Иди сюда. Ну или дружелюбно, давай что-нибудь. Давай повосхищаемся животными. Подруга. Ну и в принципе, подруга-то подруга, но скоро она станет у нас хорошей подругой. Ну давай скажем, не беспокойся, ты действие тоже из университета пришел к нам. Да, типа свою доску. Все дела. Ну, еще расскажи забавную историю на ночь. Ну и, пожалуй, все. Спать, наверное, пойдем. Она пускай что хочет, то и делает. Давай, до завтра, все. Идем спать. Три часа ночи. Самое время спать лечь. Прям как я. Я так же ложусь. Спать. Да, я знаю. Я совершенно себя не берегу. Вот. Ну все. Ну куда она ляжет? Где она? Она в сауне. Чудесно. Ну хорошо, попользуйся нашей сауной. Целевые ванны она принимает, видите. Хоть, все. Ой, она ушла, что ли? Алло. Это она играет с этим. Так. Кажется, у нас... у нас проблема, у нас беда с собакой. Ну, порядок. Ладно. В общем, на этом мы, наверное, закончим. Нора там играет с этим горохометом. Ладно. На этом я пока закончу. Продолжим в следующий раз. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Как говорится, с вас лайки, с меня видео следующее. Ну и всем пока-пока.